Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Demnato Space, добро пожаловать на новую распаковку посылки. Сегодня мы с вами распакуем очень долгожданную и уникальную посылку, не только потому, что здесь у нас стоится фигурка, которая такая существует только одна в мире. Почему? Потому что я ее заказывал у кастомайзера экшн-фигурок различных японских, у Джошуа Томпсона, и он сделал фигурку Асмунда, или же Коронованного Принца, из второй части «Тайны сундуков избавления». И данную фигурку я ждал очень долго, ее, во-первых, он делал полгода. Во-вторых, она шла из Америки, из Лас-Вегаса тоже огромное количество времени. Вот, и я уже боялся, что с посылкой могло что-то произойти, потому что как раз-таки в тот момент, когда он ее отправил, в Лас-Вегасе кучу посылок там вскрыли. Вот, произошла вообще какая-то непонятная ерундовина. Но, дай бог, здесь у нас таится моя долгожданная фигурка. И да, я уже вижу, друзья, коробочку. Так, что у нас здесь? Здесь у нас пакетик. Я уверен, здесь у нас скелетные руки Асмунда. Но потом посмотрим. Так, это что? Это ничего. Ничего. Вот сама коробочка. Давайте сперва на нее посмотрим. Итак, здесь, как вы можете видеть, он за основу использовал оригинальное тело от SH Figuarts. Вот, и поверх него уже дорабатывал все эти моменты. Итак, друзья, вот фигурка, как вы можете видеть, таится внутри кастомная. То есть это было просто такое черное тело, на котором он все это скульптурировал. Сейчас мы его давайте вскроем и посмотрим. Итак, друзья, давайте мельком взглянем на данную фигурку. Конечно же, полноценный обзор у нас выйдет на канале позже. Для начала здесь у нас в комплекте имеется замечательный плащ. Затем костяные руки Асмунда, которые были во второй книге, если вы помните. Вот, ну и, конечно же, сама фигурка. Давайте его вскроем. Открываем коробку с нашим коронованным принцем. Итак, вот наша фигурка, давайте его достанем. Вот и сам коронованный принц, замечательно выполненная фигурка, как вы можете видеть, полностью кастомная. И у нас, конечно же, на канале будет отдельный обзор. Так, что у нас здесь? Здесь у нас вот такая вот его корона, понятное дело, символ его сокровенной связи с кем я не буду спойлерить, потому что это в третьей книге будет известно. Вот корона такая вот, довольно простенькая, но это можно, в принципе, исправить. Главное, что сам Асмунд у нас выглядит таким вот образом. Также в комплекте... дорогие друзья, здесь такой вот коробочек. Давайте его откроем и посмотрим. Внутри у нас просто огромное количество сменных рук. Конечно же, без этого никуда. Далее, элементы подставочки. И, конечно же, его сигнатурный меч, который станет ключом к его свободе. Так что, друзья, вот такая вот замечательная фигурка от Джошуа Томпсона. Огромное спасибо данному самодельщику и кастомайзеру фигурок. Ну а с вами был я, Demnato Space, ждите обзор, всем спасибо, всем удачи и пока, друзья.